где исповедники? Проходите. Помолимся. Благословен Бог наш всегда на непресные веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, ждется и вся исполняет сокровища, бы их жизни подать Ему. Приди, вселись в нас, очисти нас от всякой скверны, спаси, блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на непресные веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на непресные веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое и Царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа на непресные веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа недоумеющие, сивчи молитвы, ко владыце грешне приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебя уповахом, не прогибайся на зело, не же помяни беззаконие наших, но призри и ныне, яко благоутробен. Избави нас от рак наших, Ты бы си Бог наш, мы люди Твоя, вся дела руку Твое, имя Твое призываем на непресные веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя, да не погибнем. Но да избавим с Тобой от беды и спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Господи, помилуй. Боже, Спасителю нашим же пророком Нафаном, покаявшемуся Давиду о своих согрешениях оставление даровавое, и моносину в покаянии молитву приемы сам и рабов Твоих, где предстоящих и кающихся, не нас веся называть, они же содела согрешения, прими обычным Твоим человеколюбием, презираем вся содеянное, оставление правды, превосходя беззаконие, Ты брекайся, Господи. Хотением не хочу смерти грешника, но яко еже обратитесь и живы бытие, мое ко седьми седмирису оставляйте грехи. Понеже ко величеству беспрекладной милости безмер наше беззаконие надрешек, то постоит, яко ты и сего кающихся, и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу на непресном веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, пастырь, акший в земле грех мира. Иже замывание даровав двумя должником и греши дав оставление грехов, я сам, владыка, ослаби, остави. Прости грехи, беззаконие, согрешения, вольные, невольные, же ведение, неведение, я же преступление и прислушание, бывшее от рабов твоих сих. Яче, что яко человец и плоть, носящая в мире живущая, дьявола престишася. Аче же в слове или в деле, или ведение, или неведение, или слово священничество попраши, или под клятвой священничество бывшее, или под сванафиму подошли. Или под клятвой дождь, сам яко благо и незлобив владыка, сия рабы Твое словом разрешите, соблаговоли, прощаем сванафиму клятвой повелиться Твоей милости. Ей, владыка человека, любчий Господи, услыши нас, молящий Твоей благости о рабех Твоих сих. И презря конвага милости и превышение вся измени их вечной муки, Ты борекайся, владыка, или каще свяжете на земле, будет связан на небеси, или каще разрешите на земле. Будет разрешено небесе, а Ты истин безгрешный, Тебе славу высылаем Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне присно и во веки веков. Аминь. Сейчас сам Христос невидимо стоит и принимает ваше исповедание. Не устыдитесь, не бойтесь, ничего не скрывайте. Но без стеснения скажите все, чем согрешили, чтобы вам получить прощение от Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Здесь пред вами образ Его, святое Слово Его и крест. Я же есть только свидетель, засвидетельствую пред Богом все, что скажете мне. Поэтому подумай, что сюда мы пришли.
во врачебнице духовной, чтобы не идти отсюда неисцеленными. Попросим у Господа прощения во всех наших согрешениях, где согрешили против Слова Его, где нарушали заповеди Господни, против канонов или церковных правил, где согрешили против ближнего своего в словах, в делах, неподобных поступках, порочащих имя христианское. Во всем попросим у Господа прощения. Святитель Иоанн Златоустый говорит в одной из своих бесед так. Если ты, говорит, забываешь о своем грехе, то Бог помнит о нем. А если ты будешь помнить, то оно будет в забвении и у Бога. Вот мы видим, что согрешали люди, согрешали многие. Согрешил пророк Божий Давид, согрешил тяжким грехом, прелюбодеяние и убийство. И видим, какое было покаяние. «Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости, по мной щедрот Твоих очисти вся беззаконие мое». Дальше молится: «Не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». Когда мы согрешаем, то Господь может отнять от нас Духа Своего Святаго. А тогда мы что есть? Тогда есть мы просто добрая нива для дьявола. Поэтому нужно это всегда бояться и молиться, чтобы Господь не отнял от нас Духа Своего Святаго. В другом месте говорит святитель Иоанн Златоуст, ты, говорит, согрешил, упал. Только не лежи, встань и скажи: «Господи, я согрешил». И измени свою жизнь. Как отстать от греха? И этому учит нас святитель. Возьми, говорит, начинается пост. Пост – это не просто воздержание только от пищи, что не будем есть мясо, молока и яиц. Будто бы это греховное. Если вчера ели, то это было нормально, а сегодня уже это грех. Грех-то не в пище. Это для нашего воздержания, говорится. И не только от пищи воздержание. Мы знаем, какой если грех у меня есть, такой, что постоянно как бы повторяется. Возьми, что в этот пост я буду молиться, избавиться мне от этого греха. Только от этого. И так постепенно, говорю, даже в каждый пост, а у нас 4 поста в году, за год можно от 4 грехов уже избавиться. И не жди, когда, говорит, священник будет тебе накладывать эпитимью. Ты сам себе, говорит, накладывай эпитимью. Возьми, знаешь, в чем у тебя есть этот грех? В словах невоздержание или в гнев подходит. Скажи, как только разгневаюсь, так 100-200 земных поклонов положу. Есть ложь, обман. Обманул, знаешь, что обманул. Еще, скажи, 200 поклонов земных положу. И тогда, прежде чем сотворить грех, будешь думать, а буду я делать это или нет. То есть сам себе накладывай эпитимию, не жди, когда священник тебе это скажет. Поэтому сейчас, подходя на исповедь, помните, что я такой же человек, как и вы, стою. Я только это делаю властью, которую дал мне Господь наш Иисус Христос. Господь прощает грехи. Вот. Поэтому вы об этом помните всегда. И исповедь – это не только, что назвал грехи, говорит, ну, я батюшке сдал, все грехи сдал. Будто у батюшки какой-то здесь ломбард, вроде бы, сдал, все на хранение там или как-то. Нет. И батюшки, вы каетесь пред Богом. Господь здесь принимает вашу исповедь. А я только свидетель, свидетельствую пред Богом все, что вы скажете мне. И грехи нам тогда оставляются, когда мы приносим добрые плоды покаяния. А если мы согрешили, покаялись и пришли опять же делать, это, как говорит, пес, возвращающийся на свою блевотину, как свинья вымытая, и опять идет валяться в грехи. Покаялся ты, старайся больше этого не делать. Избавляться от этого. А не так, что «а я сдал, батюшка, можно теперь опять идти и грешить». Пойду, придет пост, я опять вроде батюшке сдам эти грехи. Это будет обман. Так нельзя делать, поступать. Вот. Обязательно молитвенное правило всем напоминаю вам. Готовящиеся к причастию, принятию тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Это каноны, покаянный канон Богородицы, ангелу-хранителю и правила ко причастию, канон и молитва. Это обязательно молитвенное правило ко причастию. Сейчас все выходите.
Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже, спасение рабов Твоих, милости и щедрые, долго терпеливые, каяться нашей злобы, не хотящей смерти грешника, но яко еже обратитесь и живы быть ему. Сам и ныне, Господи, у милости рабев Твоих сих, где предстоящих, кающихся, и подашь им образ покаяния, прощения грехов, отпущения, прощаем всякое согрешение, вольное и невольное. Примири и соедини их со святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашим, с ним же подобает державу великолепие, ныне присно и во веки веков. Аминь. Выходите по одному, заходите. Там взяли молитвослов, пока что-нибудь немного там успеете почитать. Молитва святых отцов наших, Господь Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас, аминь. Царь Небесный, утешивший Дух истины, везде пребывающий, все наполняющий, источник благ и подати жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажи души нашим, Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имя Твое ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое Царство, сила и слава во веки. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся, припадем ко Христу Царю нашему Богу. Придите поклонимся, припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе единому согрешил я и лукаво перед очами Твоими сделал. То, что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возвратиться в кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правого обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научи беззаконных путям Твоим, и нечестивы к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, и отдал бы ее, всесожжение им благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоим силам, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодным будут Тебе жертвы и правды, возношение всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Помилуй меня, Бог, помилуй меня. Ныне приступил я грешный и обремённый к Тебе, Владыке Богу моему. Но не смею взирать на небо, только молю, говоря, дай мне, Господь, разум, чтобы оплакивала дела мои горько. Помилуй меня, Бог, помилуй меня. О горе мне грешному, более всех людей злосчастен я. Покаяния нет во мне, дай мне, Господь, слезы, чтобы оплакивала дела мои горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безумный, несчастный человек, ты время в ленности губишь. Помысли о жизни своей и обратись ко Господу Богу, и плачь о делах своих горько, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Матерь Божия Пречистая, взгляни на меня грешного, и от сети дьявола избавь меня, и на путь покаяния направь меня, чтобы оплакивал я дела мои горько. Нет святого, как Ты, Господь Бог мой, возвысивший достоинство верных Тебе, благой, утвердивший нас на камне исповедания Твоего. Помилуй меня, Бог, помилуй меня. Когда поставлены будут престолы на страшном суде, тогда дела всех людей откроются. Горе там будет грешным, в муку отсылаемым. И знаю это, душа моя, раскайся в злых делах твоих. Помилуй меня, Бог, помилуй меня. Праведники возрадуются, а грешники возрыдают. Тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас. Потому прежде конца раскайся в злых делах твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Увы мне многогрешному, я делами и мыслями осквернившись, ни капли слез не имею от жестокосердия. Ныне воспрянь от земли душа моя, и раскайся в злых делах твоих. И ныне присно, и во веки веков. Аминь. Вот, взывает госпожа сын твой, и нас научает доброму. Я же грешна, всегда бегу от добра. Но ты, милостивая, помилуй меня, чтобы я раскаялся в злых моих делах. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помышляю о дне страшном, я оплакиваю злые мои деяния. Как я дам ответ бессмертному царю, или как дерзну я блудный взглянуть на судью. Милосердный Отец, Сын Единородный, Дух Святой, помилуй меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и во веки веков. Аминь. Ныне связаны многими узами грехов и теснимы, лютыми страданиями и бедами, а тебе прибегаю к моему спасению и взываю. Помоги мне, дело, Матерь Божия. Христос моя сила, Бог и Господь, Святая Церковь благовейно поет, возглашая чистого разума, Господу торжествуя. Помилуй меня, Бог, помилуй меня. Вот сегодня показали, как у нас идет исповедь. А это батюшка 20 литров березовки привез, завтра раздавать будут, кто пожелает. Там они много готовят ее. Все на этом. Сегодня у нас 9 апреля 2016 года.